severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Didim Belediyesi bünyesi altında düzenlenen Turkish Hop Uluslararası Çocuk Festivali'nin gala konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Продюсерский центр Junior и Afterman Production представляет гала-концерт международного фестиваля Turkish Hope 2021. Встречайте, ведущие фестиваля Роман Димитрогла и Джессика Рики. Аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Мерхаба сагайды аркадашлар. Буна сяра унурат публик. İyi akşamlar sevgili dostlar. Turkish Hop Festivali'nin gala konserine hoş geldiniz. Dobar večer, skupi prijatelji. Dobre došli na gala koncerta na festivala Turkish Hop. Мы рады приветствовать вас на гала-концерте международного фестиваля Turkish Hope. В чудесный и гостеприимный город Didim съехались юные таланты и деятели искусства из разных стран. Из Молдовы, России, Болгарии, Украины и, конечно же, Турции. Оценивали их международные члены жюри. Итак, давайте поприветствуем их. Turkish Hop Uluslararası Çocuk Festivali'nde sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Bu yıl Güneş'in şehri Didim'de Moldova, Rusya, Bulgaristan, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden katılan genç yetenekler bizlerle bir arada oldu. Şimdi de onları değerlendiren saygıdeğer jüri üyelerini takdim etmek istiyoruz. Burhan Çaloğlu, Didim Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye. Наталья Казымова, ведущий педагог школы искусства, член международного жюри, Украина. Шефика Актюрк, Ираль Стравель, генеральный директор, Türkiye. Адам Дениз, Ираль Стравель, Дидим Бөлге Сорумлусу, Türkiye. Ирина Ковач, художник, организатор выставок прикладного искусства, член жюри международных конкурсов, Республика Молдова. Роси Йорданова, директор международного конкурса «Абоника», Болгария. Ясемин Үнлю, Акбюк Эйзанелер Сетинин сахиби, Türkiye. Игнат Тагиев, музыкальный продюсер, актер, блогер, шоумен, Россия. Мы любим тебя! Burcu Aşkın, Adnan Menderes Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı, öğretim görevlisi, Türkiye. Виктория Лукьянова, президент Ассоциации гармоничного развития детей «Джуниор», представитель Всемирной ассоциации исполнительских искусств в Молдове, директор фестиваля Turkish Hope 2021. А сейчас, дорогие друзья, сегодняшнюю программу гала-концерта откроет замечательный танцевальный коллектив из Республики Молдова. Тип-топ! Ваши аплодисменты! Ve şimdi gala konserimizin açılışını Moldovalı Tip Top grubu ile yapıyoruz. Sahneye Tip Top grubunu alalım. Пожалуйста, дети, подходите. We'll be right back.
сегодняшнюю программу нашего гала-концерта Международного фестиваля Turkish Hope Ensemble. Тип-топ, Республика Молдова, ваши аплодисменты еще раз, друзья. Проводим настоящих артистов со сцены. Друзья, сейчас я попрошу у вас минуточку внимания. На эту самую сцену приглашается легендарный, молдавский, государственный только на бумаге, ансамбль песни и, если есть место, пляски. Самый популярный коллектив в стране по версии самих участников этого коллектива. Мирослав, вы успели переодеться? У меня слова заканчиваются. Ну, просто у нас Мирослав, самый талантливый участник нашего коллектива. Он здесь. Отлично, отлично, друзья. Итак, встречайте, легендарная группа «Без понтов», Республика Молдова. Ваши аплодисменты. Этот кинтик для всех тех, кто знает, что такое юбире. Я посвящаю ее той, у которой дракости ко мне больше, чем воды ламаре. Самой особенной девушке, которая всегда в моей инеме. Это тебе, родная, для тебя шпентрутиня. Мы с тобою встретились посредине лета. Были голубыми небо и цветы. Я скажу спасибо случаю за это, что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой, а еще подумал про себя тайком, что тебя назвал бы только незабудкой, голубым и нежным солнечным цветком. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, сказки я живу как будто, и тебя я незабудка не забуду никогда. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, сказки я живу как будто, и тебя я незабудка не забуду никогда. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, сказки я живу как будто, и тебя я незабудка не забуду никогда. Şimdi sahneye çok sevdiğiniz ve çok beğendiğinizi biliyorum. Elizabeth Zaharieva'yı davet etmek istiyorum. Bulgaristan'ı temsilen bizleri Adagio şarkısını seslendirecek. Alkışlar Elizabeth Zaharieva için.
ваши аплодисменты еще раз, друзья. Сейчас вас ждет подарок от одного из самых креативных членов нашего международного жюри. Человек с ледокольной, безбашенной энергетикой, которой сейчас он с вами поделится. Итак, встречайте. Игнат Тагиев! Ваши аплодисменты! Он еще не выходит. Ладно, я выхожу. Hello, everybody! Okay, okay, stop. Ladies and gentlemen, I love you. If you love me too, please applause. I love you. I love you so much. I love you too. Mwah. Everybody? Noise! Hey! Mass noise! Yeah! For the money, two for the show. Get ready now, go get it, go, don't you? Seven for blue suede shoes. We can do anything, all about the blue suede shoes. Well, if you knock me down, save my face. Flood of my name all over the place. Do the thing that you want to do. With a honey, well, I love that shoes, but don't you? Save my blue suede shoes. Well, if you do the thing, all of my blue suede shoes. Are you ready? My car, people looking for me, walk through jar. Do the things that you want to do, but I hardly all my shoes. Don't you step in my blue suede shoes? We can do anything, all for my blue suede shoes. Put your hands up. Knock me down, step on my face. Swing the right name, hold on to the face. Don't you step on my blue suede shoes. What you gonna say? Off of my blue suede shoes. Blue suede shoes. Look at nothing. Off of my blue suede shoes. Ve şimdi sahneye Bulgaristan'ı temsilen gelen Theodor Ivanov'u davet ediyorum. Bizler için Remember When It Rained şarkısını seslendirecek. Sahnede Theodor Ivanov. That keep my mind up.
Друзья, а я приглашаю на эту сцену вокальную группу Junior Next, Республика Молдова. Ваши аплодисменты, встречайте. She smiles, I forget my lyrics. I got
sky so nameless, with the long sweet day. Welcome to carousel, why it's me about the characters so much. It's not good for a princess. Республика Молдова, проводим артиста вашими бурными аплодисментами. Отлично! Так, я слышу, хлопаю только первые ряды. Давайте похлопаем все вместе, абсолютно. Те, кто там ужинают, поздний ужин, давайте присоединяйтесь с номеров. Я вижу, как вы машете нам всем. Всем привет, отлично. Все, я вас не вижу только потому, что здесь софиток. Так, отлично, мы готовы продолжать? Не слышу, только один человек готов. Are you ready? Настроение, отлично, вот так, молодцы. Зачем я это все, собственно, говорю сейчас? Потому что, знаете, как в фильмах, идет первая часть, а потом громкое такое возвращение, да? Так вот, сейчас будет возвращение легендарной группы «Без понтов», второй номер. Вы готовы? Отлично, тогда мы готовимся. У меня мой член команды, Мирослав Полторецкий. Он очень стесняется выходить, когда ему не аплодируют очень громко. Поэтому он очень капризный, на самом деле, человек. Но творческие люди все же немножко такие капризные. Замечаете, что они, когда им мало аплодируешь, они такие... Да? Как бы вот, 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 отлично. Смотрите, аксессуар даже есть. Мирослав как тифарь, всегда думает о нас, видите? Митя, мы готовы? Отлично. Этот кинтик для тех, кто помнит этот кинтик. Мы группа «Без понтов», посвящаем ее тем, кто со своей самой особенной юбилей любит гулять мапки под луной. Любимая, оставь для тебя щепенту в кине. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер. Скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер. Станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ни к чему. Thank you.
и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Только ей доверяю я. Знаешь, всегда я ночь и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ни к чему. Спрашивает, как будто думает, что я ее понимаю сейчас на турецком. Чокси веруемся на Джессика. Молдовалы, вокаль группу Без понтов. Programımıza kısa bir dans grubuyla devam ediyoruz ve sahneye tekrar Tip Top grubunu davet ediyoruz. We'll be right back.
коллектив Тип-Топ Республика Молдова. Молодцы, ребята, браво! Сейчас хочу объявить музыкальный подарок делегации из России. Итак, Николь Линкс, встречайте! Большое, дорогие друзья, можно сказать пару слов на русском языке? Когда мы писали слова к этой песне, в основу легла книга Пауло Коэльо «Алхимик». И если вы читали эту книгу, то вы знаете, что главной идеей ее была фраза «Если вы чего-то очень сильно желаете, то вся Вселенная поможет вам этого достигнуть». Поэтому верьте в себя и никогда не сдавайтесь. Если какие-то сложности перед вами на пути встают, просто идите на пролом, и тогда вас ждет, несомненно, большой успех. Спасибо большое. Друзья, пришло время перейти к официальной части. Встречайте почетных гостей города Дедим, идейных вдохновителей музыкального проекта Turkish Hope 2021. Для объявления наших гостей эту честь я предоставлю, Джессика, тебе.
Sevgili misafirler, festivalimizin protokol kısmına gelmiş bulunuyoruz ve sizlere jürideki ve misafirlerimizin arasında bulunan protokol arkadaşlarımızı, misafirlerimizi takdim etmek istiyorum. Didim Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Emine Öznur Gündoğdu. Lütfen sizi sahneye alalım. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Bağdeser Dumlupınar, lütfen sahneye alalım. Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, lütfen sizi de sahneye rica edelim. Maxeria Blue Didima Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aşkın. Kendisi şu anda burada değil ama onu temsil olarak eşi Burcu Aşkın'ı davet ediyoruz. Ve jüri üyemiz Burhan Çaloğlu, Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Lütfen Burhan Bey, siz de sahneye takdim edin. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Festivalimizin gerçekleşmesi için gerekli tüm ekip ve ekipmanlarıyla bize destek veren Maxeria Blue Didima Hotel ailesine teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık, sabrınıza da hayranız. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Maxeria Blue Didima ailesine çok 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 büyük teşekkür Turkish Hope ailesinden. Ben mikrofonu Burcu Hanım'a veriyorum. Biz de böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hem reklam yapmış olduk, hem otelimizin adını biraz daha duyurmuş olduk. Maalesef şanssız bir döneme denk gelmiştik çünkü açılışımızla. Onun için de благодарим вам просто мы были хозяины такой организации, поэтому спасибо вам всем за такую организацию. Я приглашаю на сцену директора международного фестиваля Turkish Hope 2021 Лукьянову Викторию Николаевну. Пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты. Сахнея Молдова, Güzel Sanatlar Derneği üyesi ve Junior Çocuk Prodüksiyon Grubu'nun kurucusu Victoria Lukyanova'yı davet ettik. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень благодарна вам. Вы приняли нас тепло. Мы полюбили город Дидим. Мы полюбили турецкий народ, который нас очень хорошо принимает. И мы ощущаем теплоту вашего хорошего отношения к нам. Переведи. Victoria Hanım, bizi ülkenizde ağırladığınız için, bizleri kucağınıza açtığınız için, Didim'de misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Didim Belediyesi'ne, Maxeria Otel yönetimine hepinize gönülden teşekkür ediyor. Мы хотим преподнести вам скромные сувениры из Молдовы. И чтобы каждый из вас ощущал кусочек Молдовы, частичку нашего сердца. Bizler size Moldova'dan küçük birer hediye getirdik. Sizler bu hediyelere baktıkça Moldova'yı inşallah daha çok sever ve daha çok tanımak istersiniz diye.
Не уходим. Поддержим аплодисментами. Виктория Лукьянова, а также представители мэрии города Дедим принесли вам в подарки цветы и хотели бы предоставить их вам. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Я попрошу на сцену еще подняться членов уважаемого нашего жюри, которые все это время так доброжелательно и так профессионально оценивала. Вы подарили крылья нашим детям. Спасибо большое, и что вы нас так правильно оценили. И с такой любовью, и с такой теплотой. Уважаемые члены жюри, мы вас просим подняться на сцену. Под дружные аплодисменты. Сахнеге değerli jüri üyelerimizi davet etmek istiyoruz. Fikir ve yorumlarınız hepimiz için çok önemliydi. Yarışmacılarımızı özenle ve yüksek düzeyde değerlendirdiğiniz için sizlere minnettarız. Lütfen sizleri de sahneye alalım. Мы хотим тоже вам вручить памятные дипломы и скромные подарки, сувениры с Молдовы, которые будут вам напоминать о нас, а мы будем очень долго вспоминать вашу теплоту, ваше чудесное море, ваш прекрасный город Дедим, ваш прекрасный отель, который мы лучше еще не видели. Спасибо вам большое. Değerli jürilerimizin içinde Moldova'yı temsil eden yöresel hediyeler, diplomalar ve festivalimize özel hazırlanmış kupalar hazırladık. Bunlar size Moldova'yı hatırlatsın, bizleri hatırlatsın. Biz Türkiye'yi, Didim'i çok sevdik. Güneşini, denizini, insanına aşık olduk. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler de lütfen bizleri hatırlayın, güzellikle hatırlayın. На этой сумочке эмблема нашего фестиваля. Çantalarda görmüş olduğunuz logo bizi festivalimize ait. Junior MB Moldova müzik prodüksiyonunun. Bunlar sizler için özellikle hazırlandı. Bizim festivalimizin logosu. Hatıra olarak biz de bunları sizlere hediye ediyoruz. Bir hediye daha geldi. Evet. Нескольких членов жюри, госпожу Росси, Игната и господина Бурхана, попросим остаться для вручения наград. А вас, дорогие гости, просим занять свои места в зале. Протокол üyelerimizi yerine alabiliriz. Sahnede jüri üyeleri kalıyor. Lütfen sizler kalın. Yarışmacılarımızın heyecanını bizimle paylaşın. Hediyelerini hep birlikte takdim edelim. И сейчас, дорогие друзья, к нам на сцену я приглашаю всех участников международного фестиваля Turkish Show 2021 под бурные аплодисменты всей нашей дружной аудитории. Мы действительно заслужили эти аплодисменты, поэтому встретим Turkish Show будущих артистов. Thank you.
приглашаем руководителя, госпожу Марьяну, поприветствовали нашего танцевального коллектива. Госпожа Марьяна, пожалуйста. У нас есть еще один руководитель, Иванова Екатерина. Мы ее приглашаем тоже на сцену. Пожалуйста, Иванова Екатерина, тоже у нас наш преподаватель. Grup liderlerimiz ve bütün katılımcılar sahneye geldi mi? Evet, öyle görünüyor. Ve şimdi festivalin en heyecanlı kısmına geldik. Ödül alma kısmına. Bakalım jüri sizleri nasıl değerlendirmiş? Kimler kaç puan aldı ve hangi dalda birinci oldu? Итак, дорогие друзья, если вы готовы, я тоже буду готов, потому что сейчас торжественный момент. Мы объявим результаты международного фестиваля Turkish Hope 2021. Değerli misafirler, eğer hazırsanız Turkish Hope Festivali'nin sonuçlarını sunuyoruz. Açıklıyoruz. Итак, номинации музыкальный клип. Ваня Транчева занимает первое место. Ваня Транчева, Булгаристана темсилидер, в видеоклип Таланда Беринджи. Также в номинации драматическое чтение Фани занимает также первое место. Айна Заманда, драма Таланда, да, Беринджи Белла, Беринджи Ярде. Виктория Панка в номинации вокал поп занимает первое место. Виктория Панка, Молдована, вокал поп Таланда, Беринджи Ярде. Номинация «Видеоклип» – первое место. «Видеоклип» – талында, «Текрар Беринджи». Номинация «Музыкальный клип» – подходите, первое место. Подходите, чтобы вас фотографировали. Вот. И поднимаем кубок. Кто нас фотографирует? Каждый. Вместе. Мы вас просим еще, господин Бурхан. Мы вас просим еще сфотографироваться. Подготавливайте фотоаппараты. Запечатлите этот грандиозный момент. Спасибо. Итак, Таисия Пивал в номинации «Вокал поп» занимает первое место. Таисия Пивал, вокаль группунда «Беринджи». Номинация «Видеоклип» первое место. «Видеоклип» талында «Беринджи». Номинация «Музыкальный клип» первое место. Гордо выведите Таисию, пожалуйста, для фото. Запечатлим этот момент. Бурные аплодисменты, друзья. Улыбочки. Вручал Игнат Тагиев. Теперь кто у нас вручает? Для вручения следующей награды я приглашаю Роси Йорданову. Писонлеки. Корнелия Кипери в номинации «Вокал поп» занимает первое место. Корнелия Кипер, вокал поп талында биринчи. Хедиесини такдим этмек узере Булгаристанны жюри уеси Роси Йорданова. В номинации вокал джаз первое место. Джаз талында текрар биринчи. Гордо кубок над головой. Мы улыбаемся. Для награждения следующего участника я приглашаю Викторию Николаевну вас, чтобы вас тоже заметили. Вы сегодня такая красивая. Спасибо, Рома. Элизабет Захарьева в номинации «Вокал фолк» занимает первое место. Алкышлар Элизабет Захарьева için «Вокал фолк» далында биринчи. Хедиесини Виктория Лукьянова такдим ediyor. Джаз первое место, а также номинация хит, также первое место. Джаз талында ve adagio yorumuyla tekrar birinci yerde. Давай, выходи в центр. Роси, можно вас попросить тоже, вы как представитель Болгарии, давайте тоже рядышком, все вместе сфотографируемся. Элизабет Захарьева, алкышлар!
Спасибо! Ольга Иванова в номинации «Кит» занимает первое место. Ольга Иванова, «Кит» давында биринчи. Гедиесини тақдим етмек үзере Игнат Тагиеви давет ediyoruz. Номинация «Драматическое чтение» первое место. Видеоклип первое место. Вокал поп также первое место. Ольга Хэнсалда биринчи. Алкышлар Ольга. Нужна подмога, увезти все награды домой. Отдельный автомобиль. Итак, следующая участница, Андрей Океан, в номинации «Вокал поп» занимает второе место. Для награждения я приглашаю Николь Линкс, пожалуйста. Николь Линкс, ты что на yarışmacımızın ödülünü takdim ediyor. Arkeci, vokal toplamına birinci. Одновременно с вашими дипломами вы получаете дипломы вашего руководителя, который не смог сюда приехать. Поэтому вы, когда вы приедете, обязательно вручите дипломы своим педагогам. Спасибо. Итак, следующий участник, Теодор Иванов, Болгария, в номинации «Хит» занимает первое место. Для награждения приглашаю Бурхан Чалулу, пожалуйста. Бурхан Бей, Булгаристан'дан катылан Теодор Иванов, hediyesini takdim etmek istiyor. Мне кажется, это идеальный кадр. Посмотрите, как подходят друг другу рубашки наших друзей. Итак, вокальная группа Junior Next в номинации «Музыкальный клип» занимает первое место. Junior Next группа, первый яр. Я приглашаю Игната Тагиева для награждения. Спасибо, Игнат и Junior Next. Не будем забывать, у нас следующие участники, наиталантливейшие ребята. В номинации «Изобразительное искусство» Ионут Сабабий занимает первое место. Для награждения я приглашаю Николь Линкс, пожалуйста, в центр. Готовим камеры, друзья. Кстати, друзья, пользуясь случаем, хочу лично от себя поблагодарить группу поддержки из Республики Молдова. Друзья, спасибо вам за поддержку огромное, вы очень классные. В номинации «Инструментальное творчество» Михаил Штирбу занимает второе место. Для награждения я приглашаю Викторию Лукьянову. Yarışan Mikhail Çtirbo,
birinci seçildi ve hediyesini Victoria Ukyanova takdim ediyor. Выше кубок! Номинации Folk Dance, танцевальный коллектив Tip Top, танцевальный коллектив из Молдовы Tip Top занимает первое место. Первое место, и для награждения я приглашаю Роси Йорданову. Kendi dalında birinci seçildi ve hediyelerini Bulgaristanlı Rosi Yordanova, Rusyalı Nicole Lind ve Türkiye temsil eden Burhan Çaloğlu takdim ediyor. Вот так, друзья. Не хватает одного члена жюри, чтобы наградить всех талантливых ребят. Нужна группа поддержки. Огромное вам спасибо за помощь. Наиталантливейший коллектив из Республики Молдова. Тип Топ, занявший первое место. Но еще раз ваши аплодисменты. Я прошу вас оставаться на сцене, пожалуйста. Мы хотим наградить преподавателей, которые приехали, смогли сегодня приехать, которые взрастили таких талантливых ребят. Итак, мы готовы под бурные аплодисменты их встретить, правда? Екатерина Михайловна Амельченко, Республика Молдова. Давайте выйдем все, сфотографируемся. Мы приглашаем вас вместе с преподавателями сфотографироваться. Пожалуйста. Вот ее воспитанница. Открой секрет. Это ее дочка. Итак, у нас есть еще один преподаватель. Так, вы догадались, друзья? Давайте поддержим своего преподавателя Галаты Мариана. Республика Молдова! Пожалуйста, в центр. Встаньте, пожалуйста. Мы хотели бы с госпожой Росси. Госпожа Росси, можно вас пригласить? А мы хотим... Вы оценивали наш танцевальный коллектив, и мы хотели бы, чтобы вы сфотографировались с нашей госпожой Берия. Огромное вам спасибо за талантливых детей. Итак, крайний, самый ответственный торжественный момент, когда мы готовы объявить гран-призеров международного фестиваля Turkish Hope 2021. Вы готовы их услышать? Turkish Hope фестивалинин гран-приз казананларын ачыклыйорыз. Hazır mısınız? Будем считать, что это, да, друзья, волнительный момент, очень ответственный момент. Наши участники волнуются, поэтому мы их будем поддерживать бурными аплодисментами, как только можем. Итак, в номинации «Вокал-поп» участница из Болгарии Элизабет Захарьева занимает гран-при фестиваля!
сайта Гран-при фестиваля. Номинации «Вокал-поп» участник из Болгарии Теодор Иванов занимает Гран-при фестиваля Turkish Hope 2021. Итак, Николь Линс, пожалуйста, выйти с участником сфотографироваться. Вот так, Николь. Друзья, давайте под центр поддержим. Итак, в номинации «Вокал-поп» участники из Республики Молдова, а именно вокальная группа Junior Next занимает Гран-при фестиваля Turkish Hope 2021. Для торжественного награждения мы приглашаем Игната Тагиева. Bütün yarışmacılar için, emeği geçen onların eğitmenleri için. Hediyelerimiz burada bitmedi. Didim Belediyesi onlar için özel paketler hazırlamış. Biz de şimdi Burhan Bey aracılığıyla Didim Belediyesi'nin hazırlamış olduğu hediye paketlerini bütün yarışmacılarımıza takdim etmek istiyoruz. Nicole Lynx получает специальный приз фестиваля международного Turkish Hope 2021. И для торжественного награждения я приглашаю Игната Тагиева. Şimdi Didim Belediyesi'nin yarışmacılarımıza hazırlamış olduğu hediyeleri takdim etmek istiyoruz. Сегодня наши участники получают подарки от мэрии. И мы поприветствуем их с такими чудесными подарками. От мэрии города Дидим. Спасибо большое. Thank you very much. Вы знаете, все время с нами незаметно, но очень активно проводил время оргкомитет. Кто такой оргкомитет? Чем его едят? А это наши прекрасные ведущие Роман и Джеки. Поаплодировали им, пожалуйста. Награждаются памятными дипломами от Turkish Hope и сувенирами. Не уходите, пожалуйста. Мирослав Полторецкий, он же группа «Без понтов», он же наш техник, инженерный гений. Поаплодировали. Спасибо большое.
незаметные, но делают праздник таким же. Спасибо большое оргкомитету. С вами очень приятно работать. Я прошу никого не расходиться. А для финала у нас предоставляется... Anlamayanlar için sadece söylemek istiyorum. Organizasyonda emeği geçen bizlere hediyeler hazırlamışlar ve biz de onları kabul ettik. Şimdi programımıza sanırım eğlenceli bir şeyle devam ediyoruz. Ignat Tagiev выступает теперь. Ay, sahneye programın finalini yapmak üzere Ignat Tagiev'i davet ediyorum tekrardan. Спасибо. Мы сейчас вместе споем завершающую песню. Она на русском языке. Кто не понимает, не понимаете. Кто понимает, понимаете. Танцевать могут все. Даже вы, Джеки. Здесь все остаются на сцене. Поехали. И помогают. Митя, врубай. И все помогают. Давайте потанцуем. Будете танцевать со мной? Dance, 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 окей? Okay? Yeah, yeah, окей. Okay. Ага, ага. Окей, микрофон включи. Там в клубе чиксы танцуют, пусть город знает, с кем тусует. Встречаюсь прямо из Москвы. Тимати и диджей Дри. Там в клубе чиксы танцуют, пусть город знает, с кем тусует. Встречаюсь прямо из Москвы. Come on! И диджей Дри. Где лучшие тусовки? Где лучшие подруги? У нас в клубе! А где люди живут хип-хопом? У нас в клубе! Если я уже тебе, ищи меня в клубе! Еще раз! Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где лучшие подруги? У нас в клубе! А где люди живут хип-хопом? У нас в клубе! Если я уже тебе, ищи меня в клубе! Килограмм денег просто не к чему! Мы покупаем дули в клубах, вот как я живу! Спроси мою братву! И желтых бутылок греки добиваю свой розе! Выпей с тобою чеки-чеки, просто в шоке! От моей манеры! Никогда не туплю, всегда подхожу. Первый, как тебя зовут? Ма, ты одна тут, ма, пойдем к нам за стол. На все уже ждут, ма, о-о-о, чаточка за моим столом. Она пьет со мной дебил душа, знаешь, что потом? О, мы танцуем вдвоем в центре этой пары. Окей, малыш, остановись, все, хватит. Эй, бэби, подскажи, как тебя любить? А, моя конфетка, не смогу тебе забыть. Оу, люблю твой стайл, особенно вид сзади. Я приглашаю тебя на эту пару. Вижу, ты согласна, это было я. Хоть мама говорила, что быть с Тимати опасно. Это напрасно, не слушай ерунду. Я сворую тебя ночью и привезу к утру. А, если любишь жару, если любишь огни, глаза подбегни. Everybody, put your hands up! Put your hands up! Yeah, yeah. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Еще раз, где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. В клубе любят Тимати, чиксы любят Тимати. Мажоры почему-то тоже уважают Тимати. Зоны любят Тимати, погоны любят Тимати. А кто меня не любит, вы просто мне завидуете. Мистер Блэк Стар, золотой ребенок. Привык жить в люксе уже с пеленок. Звезда кинопленок, король любой пары. Вы ее хотели, мне там просто в маме. Леди, шейк, 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 шейк у пары. I know feelings in that, like she's partying. To the hands up, everybody. Поднимите руку в воздух, если эта тема катит. На танцполе тесно, в клубе нету места. Очень на входе, у нас опять фиеста. Фейс-контроль в курсе, у нас опять фиеста. Лохам здесь не место. Аплодисменты Игнату Тагиеву! Друзья, как настроение? Поднимите все ручки! Put your hands up! Put your hands up! И... Everybody! Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где лучшие подруги? У нас в клубе! А где люди живут хип-хопом? У нас в клубе! Если я нужен тебе, ищи меня в клубе! Еще раз! Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где лучшие подруги?
Thank you very much. Woo! Thank you very much. Bye-bye, I love you. Turkish Hop Festival, love you. Позволю себе тебя исправить, Игнат. Где лучшие тусовки? Turkish Hop, Турция, город Эдирн! Итак, друзья, мы благодарим всех участников, родителей, педагогов, членов жюри за колоссальную проделанную работу. Также хочется поблагодарить наших информационных партнеров. Телеканал СТС, Русское радио Молдова и газету «Аргументы и факты». А наш гала-концерт международного фестиваля Turkish Hop 2021 подошел плавно к концу. Я желаю всем участникам, зрителям и членам жюри хорошего настроения, удачи и пока. Değerli arkadaşlar, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rus Radyosu, Didim Belediyesi, Max Seria Blue Didim'e Oteli. Hepinize ayrı teşekkürler sunuyor ve gelecek yıl 2022 yılında inşallah Turkish Hop Festivali Didim'de tekrar buluşuruz. İyi akşamlar. Желающих я приглашаю для общего коллективного фото. Друзья, выходим на сцену, фотографируемся, запечатлим этот момент. Фотограф çekimi için jüri üyelerini de davet etmek istiyoruz. Müsaade varsa lütfen siz de buyurun.